Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Left of Survival. Так, доступен нам ящичек, давайте-ка мы посмотрим, что в нем будет. Так, бесплатно, естественно, ребята. Так, ну, давай, порадуй папочку. Ну, что ты там? Граната, всего лишь одна. Ну, ладно, сгодится, как говорится. Забираем золотишко, забираем горючее. Да, ребята, наконец-то я проапал базу до 12 уровня, как видите. Соответственно, сразу же улучшил себе оружие. И теперь мы с вами можем идти, да-да, вот в эту вот миссию. Называется она «Зеленые коробочки». Вот зачем все охотятся. Ну что же, раз они все охотятся, значит, естественно, ребята, и нам тоже нужно посмотреть, что же там такое. Поэтому поехали без промедления. Дробовик, конечно, мне не очень нравится, ребята, этот вид оружия, но все-таки другого нету, поэтому будем как-то так вот воевать. И я надеюсь, у нас получится здесь все с вами. С первой попытки желательно бы, да? Так, убей всех врагов. Вы уже близко к грузу. Нир пока не обнаружили это место, но не стоит их недооценивать, они еще вернутся. У меня плохое предчувствие. Слушай, у меня тоже уже плохое предчувствие после того, как ты это сказал. Эти ящики мне совсем не нравятся. Кажется, я что-то слышу. Только не говори, что там зомби. Так, куда он опять убежал? Ёппарасете, а! Ну что, лошпены, получили свое? Кто? Что за звук такой? Такой звук обычно, когда идет какой-то зомби. А-а-а! Ёппарасете! Там сверху, ребята, прыгун. Есть. Прыгуна как будто и не было здесь. Так, смотри, со всех сторон ползут, а? Нормуль. Ну, кто там следующий-то у нас? Не понял. Его прикрывать, что ли, надо? Скорее... Оу! Вот это нежданчик, ребят, для меня. Твою дивизию. Вот почему я, ребята... Оу, тихо, тихо, тихо. Ребят, если они заколбасят, это будет game over. Да ты посмотри, что там происходит. Там... там идет амбал. Вот почему я вам, ребята, и говорил, не люблю я... А там еще что? Оу. А там и левиафан еще, ребята. Я не вижу, куда я стреляю, что я там делаю. Упал левик. Решил, видно, отдохнуть малька с дорожки, да? Ну, мы его завалили. Да уйди ты от него, отстань, ё-моё. Вот докопался, да? Ты посмотри. Фух, ребята. Отлично, нам повезло. Все ящики собраны. Вперед к вертолету, столь любезно оставленному для нас республикой. Наемники НИР никуда не делись. Будьте начеку. Естественно, будем начеку. Ну и что, и сколько мне теперь придется, ребята, улучшать свое оружие, чтобы перейти вот на этот уровень? Я даже боюсь представить. Так, квест завершен. Забираем свои 660 долларов и смотрим, ребят, сколько тут нужно. Не хватает силы оружия. Ну, а сколько не хватает? 610, да? Ну, предположим. Предположим, раз, два, три, четыре, пять. Пять, да? 50 очков. Это у нас будет 605. Хотя тут по 11. Слушайте, должно хватить. Должно хватить. Ладно, ребятушки, давайте нажмем на паузу и уже продолжим, когда я улучшу полностью себе вот этот вот автомат. Ну что ж, друзья, как видим, я улучшил оружие 610 на 610. То есть... то, что нужно, поэтому идем. Так, у нас уровень называется «Ракетчики». Хотите свалить? У НИР другие планы. Ну что ж, давайте посмотрим, что у них за планы. Я, ребят, немножко здесь пошуршал. Денежек заработал почти 4000 бакинских. Давайте смотреть, что у нас здесь дальше. Но на следующий уровень мы с вами не перейдем, потому что, оказывается, ребята, у меня база слишком слабенькая. Республика прислала подкрепление быстрее, чем я рассчитывал. Они хорошо вооружены, будьте осторожны.
И я сейчас расплачусь, Салливан. Ты о людях беспокоишься или об образцах вируса в ящиках? Эти вирусы способны заразить тысячу тех, кого инфекция пока не берет, мисс Сильверстон. Мне ваши друзья нужны живыми. Без них груз с корабля не снять. Вот оно что, да? Оу, тихо, тихо, ребятушки. Снайпера, вот этого мне только не хватало. Тихо. Минус. Так, где, кто, что? Ёлки-палки, отдача слишком большая. Нифига он там бронированный паренек. Воу. Его так нахрапом, ребята, не снять. Че ж тут? Да что ж мне так мотыляет-то? Эй! Слушай, ребят, фигня получается какая-то. Вы посмотрите. Не могу прям. Жесть какая-то. И как я тут должен со всеми, интересно, справиться, а? Обалдеть. Я, конечно, попытаюсь. Лишь бы не отдуплиться. Остальное ерунда, ребят. Я представляю, если бы я тут с дробовичком бегал бы. Ага. Сразу бы меня тут уложили бы. Самое хреновое, что очень большая отдача, и у меня мой автоматик мельтешит перед глазами, как не знаю что. Ну, здоровье еще, по крайней мере, есть, так что, я думаю, справимся. Блин, что ж за ересь такая? Да Офигеть, мотыляет и все, ребят, не могу ничего сделать с этим. Просто уводит прицел. Давай, вылази. Да елки-палки, да что ж такое-то? Ну, почти, почти, ребята. Почти один уже готов. Сейчас попробуем его добить. Есть, отлично. Последний, надеюсь, он последний. Ну. Есть, а, нет. Погоди-ка, нифига он не последний, ребята. Елки-палки, тут-то что еще за охламон? Ну тут хоть поближе, поэтому нормуль. Так, вот это мне не нравится, что там бежит. Так, отлично. Фига ты, паренек. Какого лешего это? Прорваться сквозь силы республики задача непростая, но их солдат можно измотать. Зашибись, ты меня порадовал, Салливан. Погоди-ка секунду, я не понял, почему. Я, наверное, ребята, все-таки не посмотрел за уровнем здоровья, из-за этого, как говорится, и пал. Так, ну что, у меня не хватает помидор. Надеюсь, отлично, пятерочку мы собирали. А это означает что? Что мы все-таки сможем с вами пройти. По крайней мере, у нас есть с вами попытка. Еще и ящик у нас бесплатный открылся. Давайте посмотрим, что у нас тут выпадет. Ну? Ну не томи давай уже. Так, аптечка, хорошо. Она нам, в принципе, пригодится. Так, тут еще и квест какой-то у нас завершен. Сверху $700 мы получаем. Замечательно. Короче, ребят, я пошел и еще разок попытаюсь. Это будет наша последняя попыточка. Если не справимся, то потом придется очень-очень долго ждать. Но я думаю, что этого не будет, и мы пройдем. Видимо, я не посмотрел за уровнем своего здоровья и, как говорится, потерпел крах. Да и не надо было мне высовываться в тот момент, когда этот человечек там начал расстреливать из своего автомата. Так. Сейчас, сейчас, секунду. Сейчас все будет. Отлично. Так, этого сносим. Так, ну тут должно быть все без проблем. С этими как-то еще попроще. У них, по крайней мере, можно с ног начать, да, и как раз до головы добраться. А вот которые здесь, вон, прикрыты. Да, с ними, конечно, будет сложнее. Потому что они, вон, воу-воу-воу-воу, тихо. Не надо такой залп тут устраивать, пожалуйста. Так, сейчас я постараюсь. Не даю никакой, ребят, гарантии, но надо попытаться. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Давай, вылази. Ай, очень мимо. Очень много
мажем, ребята, очень много. Да надо получить. А! Да ладно, что не снесли еще? Ё-моё, а. Так, минус один. Сейчас, 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 секундочку, ребята. Так, уровень здоровья пока нормальный. Я смотрю краем глаза. Пока есть, отлично, хедшот еще к тому же. Ну что, вот они, голубчики, да? Да, они хорошо укреплены, посмотрите-ка. Вот он, по-моему, да? Да, вот он, ребят. Не влазим пока, ну его нафиг. Погнали. О-хо-хо-хо-хо, ты посмотри. Какой этот чувачок бронявый. Так, теперь надо снайперов убирать. Есть! Отлично. Ну что, прошли. Воздушные демоны исчезли. И чума тоже. Наконец-то мы сможем жить мирно. Вернее, уйти с миром. Не, стоит ли оставаться на корабле с кучей трупов и без запаса провизии? Негде прятаться, негде. Пандора, все, что у нас есть. Давайте к вертолету и в город. Кстати, ребята, нам Алиневиш достается новый, по ходу дела, пилот. Ну что же, я могу сказать, что это хорошо. Доступен новый выживший, Алиневиш. Так, Алиневиш, второго ранга, пилот. Нашествие зомби застало Алиневиша, когда он сажал вертолет в аэропорту Далиса. Он заметил, что нежить заполонила аэропорт и в последнюю минуту прервал посадку. Он доставил пассажиров на безопасный аэродром в Алтуне. Способности увеличивают очки здоровья вертолета на 6% и увеличивают урон вертолета тоже на 6%. Конечно, я его нанимаю и ставлю его вот сюда. Это у нас будет, ребята, второй пилот, получается. Ну что же, как видите, у нас открывается пятый регион. Но, ребята, из-за того, что у меня слишком база слабенькая, еще, как мы видим, 900 очей нужно. А для того, чтобы ее увеличить, нам нужно с вами расставлять защитные сооружения. Но это я уже потом сделаю сам. Естественно, как только сделаю, если мы сможем там хотя бы один уровень с вами пройти, будет выпущен сразу же новый видосик. Ну а на этом все. Всем спасибо большое за просмотр и до новых, ребята, видосиков.